Ему надо вишука сделать на пятый кат. Короче, шамана надо сменить. А, он тут. Ну тогда я запускаю. Подожди, бафера, знай, ё. Всем каски, бафер. Сами раздадутся. Всем каски. По заказу от пайда. Ты в армсе? Да. Ну, давайте смотрим мастер-класс. Кто танк? Да, никто. Считайте, что мы без танка. Шо, в салоне оттанчишь, шо? Вот ты, тебя шо, не хилит? Не, не хилит. Нормально. Он так оттанчится. Коня смените. Гормак вышел. Русский фон сам зачем ему нужен? Типа имитация. Каплю наводит. Лучше Милика. Да и Боб этот самый. Соберите на меня быстрее. Ты долго что-то. Имейте в виду, лужа появится. Вот появилась. Это очень опасно. Желчь на мне. Токсины к черепу. К черепу идем. Быстрее ножками. Вот будет красава. На ДКшнике. Ух ты, какая лужа, ты ж. Пошли за облаками пыли. Какое-нибудь бейте, какое хотите. О, все с токсином. Короче, бейте зеленую, кто без токсина. Все, я замерз. Нужно будет хилить вас теперь. Подходим к танку, вот Defender Nick. Отходим от лужи, отъехал. Дал ШВ, захиливаем Void Defender. Так, на мне токсин, а на ком-то есть? Желчь, вижу мастеров. На мне желчь. К танку беги. Ко мне. Бежишь, видишь меня? О. Лучший. О, я сдох. Но нет. Я сдох. Это, скифон, леса и Войда. Сейчас к облаку пыли идите. Дайте баф. Убивайте этого дурака. Дайте инер, мам. Что такое инер? Ой, что такое ужас лужа, лизи, лужа, да? Лужа, да. Я смотрю, она большая. Следующий боец.
Боку спал смертью храбрых. А Локу нашел вообще не дамажит? Не знаю. Света. 3К дает нормально. Дамаж. Что, тебе нужен тут второй танк? Не нужен. Нет. Добрый день. А он был? Сейчас великий чернокнижник бил. Тут не был. Атака ближняя, бой, ледяной удар и ТДД. Готовьтесь к бою. Явно не три косаря дармага. Какая она разница, передел... она переделывает сейчас обратно Т-10, восстанавливает. У меня там проблемы были с Т-10. Я просто спросил, не на кого не наезжаю. Саня. Нормально, девочка старается. Все будет хорошо. В нашем рейде воровать стаки с босса может только шаман. Не воровать, а просто беспалить. А ты меня обрадовал. Как там называется? Пронизывающий ветер. Я в красивой немагии. Сбивание коста. Кто забивает? У вас не да. Брод танчит? Ну два. Брод. Как оно называется? Ночь один стак снимает. Два бафа. Линкани в рейд, пронизывающий ветер. Пронизывающий ветер сбивает косты. А можно я тут шаман один? Можно я буду говорить? Ты не один тут шаман. В рейде один, все. Я в душе шаман. Я тоже с рождения, я только не сорвал. Бля, хотел подамажить, не сказать. Это что с Вокрусом стало, что он начал дамажить? Thank you.
каким таким? Сказал, что вы на рейд цепухи косты. Кто с лужей стоит в рейд? Запись РП в жопу. К счастью, вы победили демона. И теперь вас ждет новый противник. Котик, а как я вот это шмот там, этот, АРП? Ой, не помню, 1200. Это сколько процентов? Просто мне получается 90%, я не знаю, чем брать хавку или не брать. Я требую справедливости. Конечно, брат. Тирион, позволь моим чемпионам Хав. Сражаться вместо твоих рыцарей. Хавка. Мы бросаем зелье. Ты видел? Хорошо. Хавка. А будет так. Сражайся. И хавка, наверное. 397 получается. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Так, вылезли. Силу изгнания по дереву и страх поочередно. Так, Шаббат Энх. Ретрик. И Бельнор Ретрик. Да, первого будем бить. Давай Лока. Ну или давай. Может Манка. Давай Энха. Второго будем Лока бить. Скифон. Изгнание, как оно называется-то, вихрь кидаешь на квадрат. Сначала бьем звезду. Где она? Вот звезда, это Энх, его первым убиваем. Вихрь — нормальная тема. А Невер, вот этот вот, как вот шейпер, кинешь жабу на квадрат, когда вихрь пройдет. На мага просто забейте, он тупой. Ну, лок контролит дерево. Дерево не должно хилить, по идее. Мумикс. Ты сядешь на мага и будешь сбивать ему косты. Давать стан. Давайте так попробуем. Я буду тончить ретрика. Чек на пул. Маги больно бьют. Маги слабаки. Так, ну все, погнали. Хера нет. Зачем? Я спросил, что ты дал сразу. Сила, беги, Ретрик. Беги. Беги в толпу своей. Диспел. Ага. Сейчас собью. Так, после звезды кружок бейте. Ретрик отбегает. Белинор вот этот. Так, кружок убили? Убейте. Шаман не сдох. Так, после... Ну, после будете мага тогда бить. Ты уже лок, ну этого добиваем. Руля. А, ну бейте. Да зачем ты его изгнал? Ну. Сила доната.
О, господи. Добивать этих бичей уже. Возитесь там. Убейте квадрат хила. Убейте хила сначала. Будет захиливать с ретрик. Квадрат, квадрат задамажьте. А чё хотите, короче, бейте всех вдвоем этих дураков. Бабл, Роми, сбей его. Хорошо. Она постоянно падает, покидай просто. Вот тут уж две. Выиграет от подобной глупости. Пали великие воины. И ради чего? Здорово? Истинная лишь сплотившись, вы сможете. Исчезнет лут, наверное, да? Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимается. Тихните там быстрее, кубик. Всякую шляпу. Жуткие валькиры. Кубик льда. Короля Лича. Пусть состязания начнутся. У кого танк есть? Алло. Танк. До конца держался, ладно. Не туда плеснул, но похуй. Давай, белая. Стоп, а да шмоть у меня не должно прошить. Попробуем. Оп, так сделаем. Еще погнали. Нужно подойти. Во имя темного повелителя. Во имя короля Лича. Вы умрете. Человек белый, я черт. Темный ворон. Сила, белые шарики не лови, они тебя убьют. Вас ловишь, убьют. Не знал. Не знал. Зависит шарики, короче, от того цвета, который у тебя дебаф висит. Если на тебя белый дебаф ты брал, значит ловишь белый. Если черный, значит берешь черный. Че, переводим, нет? Да. Трудно так убить. Меняли цвет так... или нет? Не меняли. Сейчас будет черная кастовать, по-моему. Не знаю. Но мой щит был, значит, не меняли они. Ну все так. Как дела? Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов. Что так выйдет, у меня больше хп, чем у тебя? Не знаю.
А, соки-то все на метрос. Кстати, а сколько меткости по вару надо? Это я же 3 раза рисовал, пока танчил. Где тоже на меткость? 8% желательно, но... У меня 8%. У меня 291. У меня вот ровно 263 крипа. А мастерства? 26. Ну, у меня 16. Надо менять меткость мастерства. А значит, у меня мастерства 40 лет, а меткости 200. Ну, мастерства 40 лет нормально, по рехасту не будет. Я ну, хочу, меньше. Я хочу 56. Ну, БДК, танки, холлит. Товары, мишки заходят. БДК. Ну, я не знаю, БДК у нас, блядь, собирали под 50 мастерства или больше. Да БДК нет смысла собирать, вообще нет смысла. Ну, у нас так что-то собирали, они, я не знаю, на цирку. На цирку, это делать нечего. Ну, я тоже собирал, но не... Ну, я один раз или два раза, блин, потанчил. Смысла нет. Там какой-то вар был, вошел. Ой, да как какой-то вошел, блин, начал спорить нахуй с танком, блядь, кик мой устроился, блядь. Души твоих павших чемпионов. А мне в РС-25 опыт написал, где РЛ дно, и я кикнул его с рейда. Ну чё, ты на жуках, а я на бусе. Хочу подамагать, ну ладно, похуй. Танков нет, нормально. А, на мне еще свиток стамины нормально. Давайте бегите быстрее. Чек на пол. Потом Мони убиваем. Кто на сферах? Сила на сферах, да? А все на сферах. Она что, один на ДД? Ну значит она на сферах. Тогда один. А давайте разве еще с пула рост дадим. Думаешь, приведем? Я не знаю, что за сфера. Стоит попробовать. Все готовы, короче, давайте. Геру давай? Нет, не давать. А, ты. Ты. Вас спросили, что за сфера. Сверху вот наверху есть. Летают. Ледяные шары. Бей только их. Видишь, наверху, возле потолка почти. Что, жук один? Убейте жука. В обычке всегда один. Мы бы Герус пула не дали, потому что когда... Бегают вот эти все сферы. Взрывание 10 секунд. Вот собак. А с каких пор он фризить начал? Всегда тут фризит. Походу. Первый раз слышу. Сегодня просто танчил, разрел. На циркуле нет тут, да? Помогайте хилы локу сбивать сферы. Зачем? Так я вообще... Убегай. Я две сферы... Налет. Я две сферы и так уронил. Ну зато силы теперь будут знать тактику. Что надо налет бежать. Вот дай боб по нему быстрее. А вот красава. Сейчас появится уже. Даете Геру, нет? Давайте Геру перевод.
Че, в конце даст прожимку, мы не будем сбить. Не сбивай больше сферы, я играю в бокс. Не хильте. Шаман, не хильте. Вот там умножение кидай, на отъехал на шамана. Кидай, кидай, у них синие метки. Ты видишь? Ты что танчишь, чешо? Да. Отдал назад. Че, дай прожимку, мы хилить не будем. Так не хильте. Че вы так много хилите? Он сейчас уже сдохнет. Да я одну секунду дал раз все время. Дал прожимку. Неверслип, кинем уложение. Ну вот че ты не кидаешь уложение? В нем дебаф висит, это тебе не ДК. Щиток мой. Распылить. Я тебя распилю, бля. Пошли на Никсию. Сидите, пока мне надо отойти. Распылим твой щит. Я тебя, блядь, распилю. Кто магию диспейлит? А чё, она не переводится без РДД? Вообще, да. Ещё будем делать тогда? Чё будем делать? Силу будет переводить в одного Аниксима? Да, это такое себе. В одного переводить. Это КД. Вы поменяете меня. Почему мы тебя должны менять? Ты РДД. У нас миликов много. Им квест надо. Ну, значит, без квеста останетесь. 25-ка на виклик пойдете, будете Аниксию там бить. Там по-любому РДД. Полным там и соберите проблемы. Все, короче. Как это говорится, булочки были сладкие. А чё, всё уже не идёт? Я не знаю, ну, силу, если хочет в одного бить, а Никсию... А это будет... Это я не смогу! Мы будем час её бить. Короче, я устал. Я хочу спать. Мне 2 часа ночи. Никто заходить не хочет, поэтому расходимся.